Нужен сильная взбучка, стресс. У меня знакомый курил 20 лет. И просто произошло у него в жизни, ну, плохое, естественно. И просто стресс нужен, взбучка. Тебе что-то надо поменять кардинально в жизни. И ты совсем будешь оценивать по-другому жизнь. Ну, с моей точки зрения, не хватает силы воли. То есть есть сила воли, можно сделать все, что угодно в этой жизни. Поэтому каких-то способов бросить курить, я считаю, их нет. Вот. А самое главное, сила воли и желание, все. Я бросил курить, курил более 30 лет. А как вы это сделали? Ну, вы знаете, не совсем стандартно. Предстояла операция. Угу. И боялся, что если буду кашлять при отсутствии сигарет, то это скажется на швах. Угу. Поэтому, наверное, вот радикальный способ предложить операцию. И по неволе бросишь курить. Ну, не знаю. Наверное, больше просто сила воли, желания и все. Когда человек созреет, тогда он и бросит. Спорт, работа. Ну, активничать просто. Угу. Чтоб не осталось времени там на покурить, выйти даже. Ясно. Все. Что скажете? Ну, скорее всего, мотивация именно сама по себе. Ну, настроить себя на это в основном. И все. Заняться любым другим делом. Например, бегом, где нужна одышка, все такое. Спортом заняться. И вот курить можно бросить моментально. Ясно, спасибо большое. Да, найти какое-нибудь хобби, например, купить гитару и начать играть. Вот. Так что способов очень много. Просто если ты хочешь бросить курить, то ты обязательно найдешь способ. Способ очень, как можно меньше есть, как можно больше двигаться, ходить пешком. Там зарядка, гимнастика, холодное обливание, купание круглый год. Ну, опять-таки, то, что система вырабатывает силу воли. Если есть желание приблизиться к спорту, к любому виду. Вот. Ну, я как бывший спортсмен, был в сборной Крыма, ШОСМ, олимпийские резервы Крыма когда-то еще, 85-86 год. Вот. Поэтому там был опыт такой, что заядлые курильщики бросали. Всю зиму, например, обливались холодной водой на морозе, там минус 25-30 градусов, зарядка. Там крепкий чай, вот, и это помогало им бросить. Быстро бросить курить? Да. Можно Алина Кара книжку прочитать вообще. Угу. Очень хорошая книга вообще. Так, да. У меня брат, допустим, он конкретно прочитал в свое время когда-то, да, и как бы, ну, бросил. Ой, вообще я изначально не курю, но это в целом интересно. Есть очень классная книга, я, к сожалению, не помню автора, у меня почти все друзья по ней бросили курить, но на самом деле надо просто взять и бросить. Ну, то есть не оттягивать момент, не говорить сегодня еще одна, завтра еще две и так далее, так никогда не бросишь курить. Просто взять и бросить, и быть счастливым человеком, тогда курить не захочется.